Занятия по интересам, дружеское общение и новые эмоции. В Бендера готовятся к открытию лагеря дневного пребывания для школьников. В рамках нынешней летней оздоровительной кампании детей планируют принять на отдых базы филиалов Дворца детско-юношеского творчества «Радуга» и «Ровесник». Посоревноваться в силе и выносливости, смастерить что-то оригинальное или, скажем, провести научные эксперименты. Максимум развлечений и игр, и больше на свежем воздухе. Всего неделя отдыха, а эмоций на год вперед. До открытия летнего лагеря 4 дня. У педагогов уже все расписано и запланировано. Это разные квесты, это флешмобы, мастер-классы, различные интерактивные игры, конкурсы различные. Забегая вперед, скажу, что у нас будут такие дни, как день знакомства или день друзей, день здорового образа жизни и спорта, день родного края и экологии, день чудес, день кулинарии и день талантов. В каждый день мы будем предоставлять детям возможность, чтобы они раскрыли свои таланты, чтобы они отдохнули, чтобы они повеселились, чтобы это им запомнилось на очень долго. И, конечно, игра игрой, а обед по расписанию. Двухразовое питание будет организовано на базе столовой средней школы номер 16. Профессиональные повара порадуют детей сбалансированным разнообразием блюд, в том числе национальной кухни. Каникулы для школьников – это своего рода перезагрузка, возможность набраться сил перед новым учебным годом. Наша задача – создать условия для эмоционального отдыха ребят, общения, всестороннего развития. В прошлом пандемийном году мы впервые опробовали такую форму организации летнего отдыха, она оправдала себя. Теперь желающих оздоровиться стало больше. Лагерь будет базироваться на двух площадках. К организации досуга детей подключатся наши учреждения народного образования, культуры и спорта. Первая лагерная смена стартует 9 августа и продлится 6 дней. Уже поступили заявки от родителей 24 ребят. Такой отдых обойдется им в сумму порядка 500 рублей. Обратиться можно в управление народного образования. Возраст участников лагеря от 8 до 12 лет. При наборе желающих организуют вторую лагерную смену. Елена Леонтьева, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.